Вот Володя встречает все. Ой, 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 обрадовался. Костыли в одной руке несет. Все уже без костылей. Господь сверхчаяние тебе наградил. Ну что сказали, просто ушиб был, мягкие ткани. То есть сильный ушиб был. Не порвали же сухожилия, ничего? Нет, ничего не было. Дивен Бог. Но то, что гипс, она говорит, помогло хоть немножко это, ногу. Ты сейчас прямо из Мамонтова? Да, она, я говорю, работать-то можно? Она говорит, можно. То есть все уже сейчас. Нет слов выразить благодарность, да, Богу. Да, Господь. А я говорит. Сейчас ходил на ту сторону, прям переезд, где наш разъезд, и заживала цепь. Mm-hmm. И не мог ее вытащить. Я возился, никто не едет. Я на одной ноге так и прыгал, цепь подвязал, веревочки. Только сейчас пришел. Упарился, не знаю, 3 километра на одной ноге прыгал. Ничего себе. А мы там долго просидели, без карточки не принимают. Надо карточку обязательно, медицинскую. Ну, а я же полис. Нет, это полис одно, надо карточку, куда записываться все твои данные, все болезни, вот это все. И они написали, Пащенко Владимир Александрович. Пришлось купить. Там, купить ее? Да, в аптеке продается. В аптеке. Что, карточка? Да, 105 рублей. 105? Да. Вот, и потом... Даже тут оббирают. Оказалось, что талонов не дали мне, пришлось сидеть, ждать, когда все пройдут с талонами. То есть, ну, из-за этого много времени потеряли, конечно. И а плюс... почему тебе талон не дали? Еще надо 105 кому-то? Нет, там что-то у них по-своему. То есть, какие-то, не знаю, что там у них. Просто ты не знал, что надо. Я думал, что выпишут талон, и я пойду. А оказывается, талоны не дают. То есть, все необдуманно, все нервозно. Да. И там люди уже шумели, короче говоря, тоже возмущались, а ничего сделаешь. Ну, в концовке, слава богу, мы успели до обеда, так бы еще после обеда пришлось бы остаться. Если бы не успели, сейчас до 2 у них перерыв там. Ну, давай за стол. Ну, я огурец богу. Достал. Снимать ничего не снимали, Алексей сразу уехал по своим делам, мы там ничего не снимали. Да, что там снимать-то? Ну, там снимать нечего. Что, я в очереди, стоял. Да, костыли можно отдать? Да, можно отдать уже. Слава тебе, Господи. Я один со своего ботинок не взял второй. У нас в лицеркви один все время милостыню просил с костылями. Потом, как только вечер, он костыли в сумочку кладет, такой у него целлофан длинный, ты и пошел домой. Я говорю, все, говорю, стимулянта, говорю, разоблачили, я говорю, все, говорю. Ну, слава тебе, Господи. Ну, она говорит, что она говорит, я изначально где-то сомневалась, что что-то сломано, потому что где-то это... Ну, она когда... Гипс сняли? Да, гипс сразу сняли. Она ей же, чтобы с ним... А за гипс не высчитали? Нет. Ну, гипс это могли они его высчитать. Гипс сняли, потому что надо было снимок делать, рентген. Рентген а снимок. С гипсом не делают? Не делают, видимо, да. Ну, за стол. Все, ага. Слава тебе, Господи. Да, слава Богу. Ой. Готов следы твои целовать, наконец-то. Вот пол огурца осталось. Видишь, какой огурец. Вот я положу руку, чтобы видно было. Я натащил, и тащу, на тебя ждет. Давай, ешь. Это что, барабаши? А? Барабаши отдали? Нет, конечно. Нет? У меня такое свидетельство было напротив разъезда, с другой деревни человек. Мой почти одногодок. Я, говорит, смотрел, говорит, недавно, говорит, из Москвы, потом про вас передавали. ДТВ-24. Я говорю, ну да. Ну, разговаривали, тут я ему визитку дал. Во них это нас Господь как благословляет. Наш брат пойдет. Так ты это в церкви можешь стоять теперь? Да, могу. И снимать можешь? Ну, пока надо, как говорится, больно, может, после этого, как оно? Ну, не утружай, сейчас сиди, себе бюллетень выпишу. Бюллетень. На 2 дня. Да, слава Богу. Всем здоров. Слава тебе, Господи, а.